Pazar Steshkov. Квазувер, как тебе правильно назвать? Квазер. А вот okay. Он шкаф стоит. Не заметил среди кучи. Что у нас с ДЦшкой случилось? Майка в попу засучилась. Хорош. Артстайл в танка. Блин, этого паладина с большой натяжкой можно назвать ДДшником. Не знаю, у него можно сказать только спек. Вон нахер берем вообще. Так, артстайл, ты будешь на этой стороне. Бом-бом-бом. А Элизабет, также иди на ту сторону. Давай срез туда, иди к Элизабет. За нами Лориэль. Лириэль и Какаси. Нет, Сред, иди к этому, как его, к Элизабет. Все, Куин, я тут. Эвакуировали нас. А, он в этой, в печеньке, я туплю. Куина, суманите. Лириэль, за нами. И Какаси. Так. Адский и Какаси, стартуете отсюда с ромбика. Так, Лириэль, ты со мной будешь. Короче, смотри, Какаси и Лириэль, вы захиливаете примерно вот отсюда. Услышали? Какаси, Лириэль. Все хорошо. А меняться будем на двух стаках. Хилы. Ваша задача уйти первыми, когда получите два стака, после чего только уходят танки. А там к вам первый приходит, и вы его сразу герой даете, заливаете по бырику, после чего Марсайл забираешь у Элизабет. И вы их там бьете. Элизабет, отойдешь куда-нибудь в сторонку, чтобы с тебя стаки спали на всякий случай. Срез, тоже за ним гуляй. Так, все готовы? Запускаю. Можешь даже к стеночке туда поджаться, чтобы он на всякий случай на тебя не кинул. Гера пошла? Почему Гера нет? Есть, не стоит. Есть, тоже. Вот Какаси, ну как ты мог сдохнуть, блин? Так, меняемся. Бежу, убежал. Всем стоять в куче, ребят. Вы чё там? Бери, подхилю адского тоже через эту. Я пойду к вам похилю, Элизабет. Сейчас, чё моя задача какая? Скинь стаки. Выйди из лужи. Все, пошли меняться, пошли меняться. Ушли уже.
Да. Хилы, блядь, ушли, говорю! Меняем стаки, ебаный в рот! Держу, идите. Какашка, иди. Какашка, хаташка. И давай, говорю. Ты шо там нормальный? Лиза, говорит, тоже отойди, пока что стаки скил. Какая тебе хатаки, блядь, иди в другую. Вы добиваете ли? Я уже сдох, да? Не дрочитесь, не сдешу. Добивайте его, блядь. Так, меняю стаки. Пришли быстренько. Похилитесь. Быстрей! Че, убили там? Забивайте ему все косты. А как если видишь вот это вот чертова лужа? Из нее, если что, надо выходить. Так, пошли. А меня. Когда тебе говорят меняться, надо меняться. Это же нихера такая тактика. Чистака поймали, ушли отсюда. Так, на трусы кто-нибудь из танков перебегайте уже. Тут... Ретрик, уйди отсюда нахрен, что ты здесь с пятью стаками, блядь, делаешь? Нацки перебегаешь? Угу. Так, пошли отсюда. Подождите, если больше стаки спадут. Теперь идите. Он бьет ближнюю цель, так что это к нему подходит в упор только танки, все РДДшники и милики бьют, можно сказать, на максимальном ренже. Ебать, сколько чего. В портал никто не прыгает, будем бежать пешком. О, круто. Посох тогда мне. Хочу. А этот посох я кому-нибудь отдам, кому надо. Ванессе, например. Так, Ванесса, иди сюда, где-то там есть. Да вон, лучше выйду, отдай ему. Неизвестно сколько. Сашка пробудет. Войд холик. Войд не совсем топовый. На Сашку себе сделает. Войд Сашку будешь? Ну, забирай. Так, это что получается? Хоста МП5, да? Ну да, там с духа-то СПД идет еще.
Так, сколько мы убили? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сколько тут посох думал? А, они все в одинаковую цену, правильно же. Забафали умерших, захилили всех, кто есть. Так, все, в ДДшек обратно спекнули. Ну, хилы, отпивайтесь быстрее. Забафайте лука новенького. Так, все, все готовы? Блин. На пульте чуток. Ты на хп орешь? Нет. Есть баф. Шепчет. Охотник, запусти туда в трэш. Питомцу туда вот в черепочек куда-нибудь на путь. Дальше пуляйте там, прошу. Дальше пуляй. Что там никто не диспейлит, что ли, по урон по рейду проходит? Нечего диспейлить. Там магия какая-то была. Не зачнись. Магия, конечно, не, по-моему, нельзя ее использовать. Все не спалилось. Ну, проклятие на меня. Тут же не спалило меня. Нет, проклятие, да. Увечья, наверное. Увечья не наносит то. Потерял руку. Тут
тут Ванесса должна массовый диспел давать, а так, в принципе, и все. Ну вот. Установите все себе аддон ЕПГП. Сколько раз можно повторять эти? Первый раз не успел. Так, и не набрала. Зачем вы вернули? Вы без команды. Ну и верните театр. Уже босса почти убили, вы верите. И причем два человека слили. Да? Ну вообще дичь. Нет, это я слил. Нет, нет. Кольца. И шея. Теперь хорошо падает. Тыкайте, тыкайте, тыкайте быстрее на рог. Суманите потом, пожалуйста, там, к боссу, когда подойдете. А в чем проблема зацепиться сейчас? Ну, я типа в другом месте. В лучшем месте, да? Ты как знаешь, когда кто-то представился, говорят, типа, он ушел в лучшее место. Я в другом месте, да? Лучше. Нежели мы сейчас на трэше здесь, где вайпы нас ждут. Остановитесь. Осторожно. Двери закрываются. Нет, просто остановись, пожалуйста. Если я и так стою. Как это, так, как он, не находит? Ну я про это и говорю. Не знаю, кто такой Янукович. Я, короче, чуть-чуть не споткнулся, тут грибы какие-то сухие валяются. Или что это? Он неостановим. А ты говоришь челику привязаться. Если бы он привязался, он бы застрял там в грибах где-то. Ну, не знаю. Кто-то уже поел грибов все время, говорит, дискорд. Деревья бегают с полосатой. Да ты видел сам своего куста своего. Ты сейчас спокойствие по косту, там вообще пиздец будет. Стенки встань, камеру так сделай, чтобы видно было лицо, и там вообще жесть. А чё, колесику нельзя крутить, да, типа? Или запрещай, не так вот дедоспек. Ну, может, колесико. Так, чё там у тебя? Он отошёл, походу. Или долгий каст исцеления по касту, увидишь, как у тебя друид будет себя вести. Вот, причем на этого. Гой ее за смерч. Не получилось. Так, фул рыбаф раздали. Как будто бы далеко. Так. Какая-то у меня кнопочка-то была. 4. Блять, не так.
спектр, правильно? Здесь был. Лизбет, ну так тебе и предложили это, какого ДД спектнуться. Роми какая-то свистит точно. Не работает. Ну да, если понимаешь, кнопка не работает. О, все эти чел. Шо, новый гайд, без меток бегаем, да? Нормально еще. Тактики, так. А что мы делаем? На первой фазе РДДшки и хилы становятся в круг. Вы там становитесь и оттуда ковыряете. Алиса, ты у нас единственная, кто с тотемом, так что будешь ставить тотем очищения. Так, Рога не вижу. Так, паладины сами по себе диспелите. Так, на первой фазе я поставлю босса снизу, все милики, вы бьете босса в морду и становитесь на звезде. На второй фазе мы спускаемся вниз по моей команде и становитесь возле этой метки, где вот ромбик сейчас стоит, вы становитесь вот здесь вот. И по команде начинаете бежать. Вот эти метки, что стоят на полу, это границы, это зоны. То есть туда становиться не надо. Вы должны стоять между ними. То есть первая зона это вот до ромбика. От ромбика до трусов это вторая зона. От трусов до луны это третья зона. И за луной это четвертая зона. Еще раз повторяю, вы не должны стоять в них и не должны стоять к ним близко. Ваша вероятность, что вы умрете, будет очень высока. То есть вы должны примерно посередине между ними становиться. Я могу босса этого проводить по 8 тактикам, и вы от всех от них будете охреневать. Так, все, все готовы. Пуляем. Все забежали миники. Далее Геру ковыряем босс. Геру. Это там очищение. Ага. Паладину сами по себе диспелите. Я надеюсь, это добава мне нормально показывает. А, Лириэля, накинь салю в полое. Какаха на поверну. Так, когда дохилы приготовились. Побежали. Танком. Все спустились вниз. Продиспельте. Продиспельте, больно бьет. Поближе чуток встаньте, не успеете набежать. Побежали все. Сразу же поближе встать. Ну ты-то уж как. Лизу. Ладно. ПВПшник хер с ним, ему простительно. Ваку, Тизар, Квазар, ну все, все по местам разбежались.
Но живой. Блин, я здесь с пингом 400 бегал. Не издевайтесь. И у меня задержка была в секунду или в две. Я и то выживал. Ебать, текстуры кривые. Простое задание. Самая нормальная отмазка, муха в глаз попала. Еще я чихал, блин, ну, этими взрывами и живой. А ты про муху говоришь. Угу. Мама кушать позвала. Самая хорошая отмазочка. Сори, пацаны, я гулять пошел, сам посуду пошел мыть. Ну вот сейчас бы убили уже. Тогда дохилы приготовились. Тогда дохилы побежали. Все спустились вниз. Приготовились. Побежали. Что, в следующий раз новую тактику попробовать? Через аспект ханта. Надо самое веселое, пожалуй. Хантов не будет тогда. Ну, так давай, все побежали на платформу. Чит, конечно, капец интересно. Да, тут можно было, по идее, спекать, но... Что-то мне никто не сказал, что у него здесь успех. У меня есть мишка. Сильно да-да. Полезно. Еще одного танка нам не хватало. Вес эти все, что тут лежит. Все, что тут лежит. Сейчас хан схажешь это на него просто по-любому с броней. Что-то там брони не вижу. Нет, в этом нету, кстати. А, точно, слушай. Там с Гробулуса с броней, по-моему. Не, с Гробулуса было с броней. Ну ладно. По-моему, это с десятки с броней. С 25-ки с Гробулуса с броней, а с 10-ки с Накс, с Келя, по-моему. Да, с 10-ки с Келя. Там... С Келя с мастерством, там 150 тоже стан. Так, а скити Гродак-то нужен этот? Нужен, не откажусь, Шкингов. Катам, по-моему, по второй цифре идет, они ж посохом не бьют. Да, кстати. Хан тут тоже этот офспек. Ну типа хан же не стреляет посохом, он просто его носит. Так же как и вары с рогами носят метательные стрелятели. Да? Так, погнали чистить. Ну да. Но метательное это не полноценное оружие. Как уже.
С червями не отставайте, бегите дальше. Не могу я всех собрать, но вот что поделаешь. Потом к следующему КД не будет у тебя протика 200-го. Начислить тебе как 1000 ГП на приста. Ливнешь. Никуда ты от меня не денешься. Так, адский спекайся в танка. А, кто по мне сейчас СС накинули, что это было? Показалось. Так. Док накинь по мне, Вака накинь по адскому. Квазар кинь по Элизабет. Ну шо, как думаешь, тут каприз пригодится или нет? Не, думаю, не надо. Возьмите все губчики. Так, что у нас по мастеру? Так, мастер у всех есть. Долтон, блин, без мастера. Какого ляда? Кушайте рыбу. Так, что у нас там по аурам? Так, ну артстайл ты будешь первый прожимать по моей команде, потом поменяетесь, поставят Лориэль. Тоже по моей команде потом сдашь и потом включит Какаси. Так, ну босса я поймаю первый. У вас у всех есть троих мастер аур. Сейчас стоит аура тьмы у артстайла. Он по моей команде будет прожимать мастер аур. После чего он отключает эту ауру. Занимает ее Лориэль. И тоже по моей команде потом будет прожимать мастер аур. После прожатия ты сразу отключаешь ауру, потом включает Какаси мастера защиты тьмы. И потом опять же по моей команде будет прожимать что? Мастер аур. Ауру тьмы несколько раз сказал. Так, я поймаю босса первый, меня на полете в ромбик, после чего адскин заберешь и потом Элизабет. Клык, все готовы? Все огурцы взяли. Огурчики все взяли, приготовились. Так, по бафу, что там у нас? Все, все готовы, давайте пуляем. Ай, блин, здесь другой у меня. Хреново. А ТДшники, хилые, станьте каким-то покучнее там. Хил пошел. Элизабет, у него доходит до половины хп, сразу обришь. Ух, как тебя пробил это резко. Сколько спору было? Хил? Давай, Гер.
Ну, Элизабет, агри, сейчас сдохнем. Арстайл, приготовься. Арстайл, прожимай. Все, помилялись аурами. Забери, 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 сейчас где. Войс, давай гимн на хп. Поменялись аурами. Лириэль, приготовься. Лириэль, прожимай. Поменялись аурами. Видите? Съели все огурцы. Сейчас больно будет. Ну, Элизабет, забирай. Какаси, приготовься. Какаси, прожимай. Арстайл, сколько по времени? Блять, промах, серьезно. Хорошо. Сейчас я... Евро. А, стоп. Кто бэрит? Понял, я прожимал. Я же говорил, цески накину потом. Ауру убери, Какаси быстрее. Арстайл сразу прожимай. Не... А, успел, хорошо. А, Лирия, сколько у тебя по КД? ДЦшка, прожимай гимн на хп. Жмите все. Убивайте. Прохилите сейчас. Сдохните. Боешка. Че, крайне сумеете. Могу одеть сразу тапки эти. Давайте, кто умер. Это заклинание еще не готово. Че стоим? Все паучи начали чистить. Блин, честно говоря, в этот раз вообще долго идем. Сверх долго.
Элизабет. А, ладно. Все, танки пока. Шо, центральная тактика? Да-да. Это я придумал эту тактику. Ну так а че, его ставили обычно, вот где он стоит, поворачивали просто. И вся комната взлетала вверх. Центральная тактика, это тактика еще классического разрыва. Ну вот, а че, они могли сразу так бить, типа здесь? Нафиг не надо. Ну почему, офигенно, полрейда-то не подлетает. Ну так, если полрейда не улит, то в принципе и не подлетает. Не, ну просто когда он там стоит, там, не знаю, больше половины взлетает. Ну, просто если гриппом бы тут эта херня не сбивалась, то это было бы не очень выгодно. Так там рензак-то 20 метров. Элизабет и Козара, да? Так, забафали всех, кого поубивало. Рейндж 20 метров, чего вы про женщину пишете? Все РДД становятся вокруг босса. Рога и остальные милики, вы тоже как-нибудь разбедитесь так, чтобы два сета и друг два стой. Все готовы? Че, инту сложно дать, да, маги? 4 штуки вроде. Спасибо. Элизабет, собирай. Не могу сорвать. Элизабет, ты тут? Нет. А кто-нибудь из миликов согрите с совы, а это он скреби. Не достаю я. Скоро Ровен выйдет, даже уже, да? Ну, он выйдет с КД, но он не обязательно именно сейчас будет. Не, зубы дальше, что ли? Уи! Рынжа, рынжа! Чисто радуемся уже такой хуйне. Ну, после того, как пофиксили диван, сейчас любого багу будешь радоваться. Да-да-да. Скоро и это пофиксит. Типа, да, это... Да это, в принципе, не шибко уж такое. Подумаешь, ты на... Сколько? На 20 секунд быстрее его убьешь.
мы кого-то потеряли. И вместо этой огромную шляпу, и я буду называть тебя командор. Ваши дряхлые жизни... Лучше называй его Кунг Лао, потому что только что было фаталити. Смотрели же новый Mortal Kombat, где он там лично располовинил бабу. Вообще серьезный парень. Что значит не спойлери? Ну там это, фаталити было. Сейчас в Mortal Kombat без фаталити. Баба, кстати, вообще как-то бесполезно летала, ни одного удара не нанесла, тут просто так взял ее и распаналила с половины. А, лучше закиньте кто-нибудь. Так, какие там спойлеры? Я хоть и сам не смотрел, но как-то побегал. Самое нормальное, это когда Шансун говорит: теперь твоя душа теперь моя. Вот это самая нормальная часть в Mortal Kombat. Но это же было в первом, да? Нет, это и в обоих было. Еще во втором Mortal Kombat, ну не Mortal, это не второй, господи, но в Mortal Kombat Виктор Цой есть. Не, я что-то такого не видел. Он же захватчик душ, ё-ма. Виктор Цой? Но. Ничего, им уже фулл ребаф налезть, ничего не надо говорить. Можно рыбу поставить тут. Почему у нас док не забафанный? Ни приста, ни лапа. Потому что он умер. Ну так он не сбафнуть его сразу. Кто, Цой? Да. Пушкин, блин. Элизабет Адский, Талтон, Шавуха, жрите рыбу. Шавуху жрите. Шавуху жрите. Рыбу, рыбу ешьте. Не зря шавуха этот говядинкой стал. Теперь его будут кушать.